Если ты проедешь на этой машине 100 метров, то я дам тебе 10 тысяч долларов. Ладно, ладно, я рискну. Ребят, куда ты едешь, чувак? Помоги! Чувак, какой помоги? Чувак, стой! Стой, 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 стой! Если ты успеешь словить этот доллар, то ты получаешь его себе. Красавчик. Держи эту фигню. Зачем? Если ты словишь этот мячик сеткой, то я дам тебе уже 2 доллара. Да, ты готов? Да. Кэмерон, я бросаю. Да. Готов? Бросай. Бросай туда. Туда. Блин, да. Окей, Мэл, ты получаешь 2 доллара, да! Ты приходишь к следующему заданию. Кстати, с каждым новым заданием я буду платить все больше и больше долларов, но и задание будет становиться все сложнее и сложнее. Валера, ты идешь, нет? Да, иду, чувак. Короче, я забыл свои ключи от машины в машине. Ты что, тупой? Если ты сможешь их достать, то я заплачу тебе уже 4 доллара и дам права от машины. А зачем мне права от машины? Ну, мало ли потом понадобится. Короче, Мурон, ты достанешь, нет? Давай, чувак. Валера, иди сюда. Что такое? Открыто окно, вот эти ключи. Вон ключи, окей, ты достаешь до них? Достань. Я пытался, я не смогу дотянуться. Серьезно? Да. Чувак, ну пытайся. Давай, Мирон, тянись, тянись, тянись. Тянись, вон еще чуть-чуть. Чуть-чуть, ну давай, ну чувак, дотянулся. Реально? Давай, чувак, есть. Окей, Мирон, ты получаешь 4 доллара. И при этом ты сдаешь на права. Теперь у тебя есть водительские права. Поздравляю, Мирон. И сейчас бонусный уровень. Погнали. Погнали, чувак. Каждый раз после прохождения 3 заданий тебе будет открываться бонусный уровень. Ого, а что тут надо делать? Здесь 8 карточек. Одна из них красная. Ага. Все остальные 7 синие. И что? Ты по очереди должен будешь открывать карточку. Можешь выбрать любую. Если это синяя, ты получаешь 1 доллар. Понял. Окей, давай, открывай. Синяя! Окей, бери 1 доллар. Плюс 1 доллар. Теперь открываешь дальше. Если попадаешь на красную, мы переходим к следующему заданию, ты заработал 1 доллар. Если ты выбираешь еще синюю, то ты зарабатываешь и зарабатываешь, чувак. Синяя! Окей, Мирон, уже 2 доллара, неплохо. И это просто так. Ты ничем не рискуешь, это бонусное задание, чувак. Давай, давай, выбирай. Куда подсунуть, блин, красную? Я на рандом кидал, честно. И даже я не знаю, где красная. Синяя, ты смотри, офигеть. Окей, Мирон, это нереальное везение. Сейчас осталось 5 карточек. Ты уверен, что это? Серьезно? Офигеть! Еще 1 доллар бери. Уже 4 доллара. Это половина, Мирон. То есть это был очень маленький шанс, что каждый раз он будет вытаскивать синюю, это очень маленький шанс. Давай, еще синяя! Да я в это не верю! Какой шанс? Какой шанс? Чувак, подожди, отложи эти деньги. Еще 2 синие, чувак, еще 2 синие. Или хотя бы 1. Ты уверен, что это? Нет! Это красная, наконец-таки она была здесь. Ну ты и так дофига выиграл. 5 долларов. Выиграть просто, вытащить 5, это просто бред какой-то. Здесь были синие. Окей, Мирон, ты выиграешь 5 долларов, и мы переходим к следующему заданию, чувак. Ну что, Мирон, сколько ты уже заработал? Я уже заработал 12 долларов. Офигенно, подай мне тот мяч. Держи. Давай. Сейчас я брошу в тебя этим мячом. Если ты сможешь увернуться, то ты получишь уже 8 долларов. А что будет, если я не смогу увернуться? Ты проиграешь, и челлендж заканчивается. Блин. Играешь? Да. Серьезно? Да. Окей, да. Раз, два, три. Офигеть! Я в шоке, ты быстро. Чувак, плюс 8 долларов и следующее задание. Погнали! Погнали! Повтори за мной трюк с ножом бабочка, то я дам тебе уже 16 долларов. Давай, покажи. Окей, Мирон, смотри и запоминай. А можно показать другой трюк? Окей, Мирон, трюк полегче для таких, как ты. Смотри, просто делаешь вот так вот, оп, и ты открыл ножик. Блин, а можно немножко его? Нет, Мирон, держи. Повтори трюк, только осторожно, Мирон, держи. Хорошо. На кону 16 долларов, ребята. Если у тебя не получится, ты проиграл. Эй, не махай ножом, подожди, да я отойду с камеры. A few moments later. Фух, окей, ребята, прошло полчаса, Мирон вроде бы готов. Да. Давай, 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 не получится. Раз, два, три. Ну, кривовато. Нормально. Ты получаешь 16 долларов и ты хочешь? К следующему заданию. Держи желе. Если ты успеешь съесть его за 10 секунд, то ты получишь 32 доллара. И время пошло. Давай, чувак, быстрее. Ложка. Хавай, хавай. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Окей, Мирон, все. Что? Время закончилось, покажи. Ты справился, справился. Ну остались, чувак, остались и остатки. Что, я справился? Ты проиграл, чувак. Видео Слышь, заканчивается. Держи, Мирон. 32 доллара, и ты переходишь к бонусному уровню. Погнали.
Кстати, как тебе желе? Отлично! И сейчас бонусный уровень. Опять? Сейчас ты должен выбрать одну из этих карточек. Ага. Если ты выберешь эту карточку, то получаешь $10. Если эту, то $25. Офигеть. И если эту, то $50. Офигеть. Так, ребята, тусуем, чтобы даже я не знал, где какая карточка. Тусуем, тусуем, тусуем. Окей, Мирон, разворачивайся. Сейчас ты можешь выиграть либо $10, либо $25, либо $50. Легко. Выбирай карточку. Давай, чувак, давай. Это сколько там? 10. Ну-ка. Блин, я мог 25. Ты занял второе место на конкурсе красоты, Мирон. Ты получаешь $10. Ну, красивый. Забирай. И мы переходим к следующему заданию. Держи мяч. Мяч? Видишь ту зону? Какую? Сейчас ты должен положить этот мяч на пол и ударить. Если мяч остановится в этой зоне, то ты получаешь $64. Если ты ударишь мяч и он не долетит до зоны, то ты проигрываешь. Также, если он перелетает эту зону, то ты проигрываешь. Ну что, Мирон, ты готов? Давай, бей! Нельзя, чтобы мяч не долетел или перелетел! Нет, нет, нет! Он перелетает! Он перелетает! Он перелетает! Он! Блин! А! Ну он в линии как бы находится. Окей, Мирон, я засчитаю. Ну это просто нереальнейшее везение. Мирон получает $64, и мы переходим к следующему заданию. Видишь этот подвал? Да. Когда я был там в прошлый раз, я потерял $129. И что? Если ты полезешь туда и найдешь их, то ты забираешь $128, а я $1. Ого, круто! Ну что, Мирон, лезь давай, надеюсь, ты их найдешь. А, только очень осторожно, очень осторожно. Давай, Мирон, пока. Ребята, оказывается, я попал в заброшенный туннель. Я брожу здесь уже 10 минут, но я никак не могу найти деньги моего брата. Блин. Здесь постоянно какие-то звуки стрёмные. Ребята, я прохожу по этим туннелям уже около получаса. Похоже, это тупик. Вот и деньги, Валера. Пора быстро возвращаться обратно. Блин, ребята, Мирона нет уже где-то час. Это просто жесть. Может, надо вызвать полицию? Мирон! Мирон! Серьезно, ты нашел? Ты нашел деньги? Да, нашел. Там все? Окей. С тебя $1, 128 ты забираешь себе, и ты переходишь к следующему заданию. Мирон, давай распечатаем эту картину. Давай. А зачем мы это делаем? Сейчас узнаешь. Держи стакан с водой. Зачем? Если ты выльешь этот стакан с водой на картину, то я дам тебе уже $256. Блин, ну это одна из самых моих любимых картин. Но следующий будет бонусный уровень, где ты сможешь выиграть еще денег совершенно бесплатно. Либо ты можешь отказаться от задания, и видео заканчивается. Ладно. Серьезно? Водой облил картину! Я в шоке! Ты получаешь деньги? И мы переходим к бонусному заданию. Погнали! Итак, опять бонусный уровень! Нет! Сейчас ты должен будешь бросить эту штучку 12 раз. Что это? Если тебе выпадет, допустим, черное, то ты ничего не получаешь и бросаешь дальше. Блин. Но если тебе выпадет белое, то ты получаешь $1. Что? Всего лишь $1? Потом ты бросаешь еще раз. Если выпадает опять белое, то ты получаешь уже $2. А-а-а. В сумме $3. Класс. Потом 4, 8 и так далее. Короче, если все 12 раз выпадет белое, то ты получаешь $4000. Сколько? Но если все выпадет черное, то сколько ты получишь? Ноль? Да, Мирон. Окей, давай, Мирон, начинай. Ты бросаешь максимально рандомным образом. Кидай. Кидай, чувак. И белое! Ты гонишь. Окей, $1 есть? Бросай еще раз. Еще 11 попыток. Бросай, Мирон. Рандом. Белое! Серьезно? Два? Уже $3. Ты издеваешься? Первые два броска и ты выиграл? Окей, бросай еще сильнее, на пол бросай. Давай, чувак. Кидай. И куда она захотела, чел? Черная! Чувак, черная! Ты ничего не получаешь, и у тебя остается 9 бросков. Окей, Мирон, третий бросок. Что там выпало? Что? Оно гонится, гонится! Черная! Ничего не получаешь. У тебя осталось 8 бросков. Окей, Мирон, пятая попытка. Кидай, Мирон, кидай. И... черная! Ребята, еще минус. Я в шоке, какое же невезение. У тебя осталось 7 попыток. Бросай, Мирон. Белая! Белая! Окей, Мирон, ты получаешь еще $4. Больше не психуй, никуда не убегай. У тебя осталось 6 попыток. Бросай, бросай. Давай. Здесь, максимальный рандом. Вот так, давай, давай, максимальный рандом. Белая, ну ты издеваешься! Вот так быстро бросил. Больше я такое считать не буду. Окей. Ты получаешь $8. Это бред. Еще 5 попыток, чувак. Бросай, давай, чувак, максимальный рандом. Кидай. Черт! Yes, yes. Еще 4 попытки, чувак. Еще 4 попытки. Я могу все равно много заработать. Очень много можешь заработать. Просто выкидывай белое. Давай. Черт! Серьезно? Да как? Это супер невезение, чувак. Чувак, ну у тебя еще 3 попытки. Ты можешь очень много еще выиграть. Ты бросай.
Опять Мирон начинает психовать. Черная! Чувак, серьезно? А как там? Если Максим что-то работает, это просто бред, это просто бред. У тебя две попытки осталось. Какое невезение. Еще, бросай, бросай. Я хочу, чтобы еще два раза черная. Только что была белая, но это не считается. Давай. И... Черная! What the fuck? Все, но если я даже получу, то это только 16 долларов. Я в шоке, бросай еще. Все, я такого, бонусный уровень еще не был. И белая. Нормально. Хотя бы что-то с пачкой денег. Ну ты мог выиграть. Вот такую пачку я подготовил. А ты заработал вот это. Идем к следующему заданию, чувак. Это бред. Держи рулон бумаги. Спасибо. Положи его на стол. Теперь, если ты докотишь этот рулон бумаги до денег, то ты забираешь 512 долларов себе. И самое важное правило, руки не должны заходить на стол. Окей, Мирон, можешь начинать, давай, погнали. Сначала может показаться, что это очень легкое задание, но на самом деле рулон будет возвращаться назад. Ты должен сверху, блин, тянуть. Ну, чувак, быстрее, а ну, котиса, Чувак, еще чуть-чуть, Он не может. Мирон, так рулон скоро закончится, и ты проиграешь. Я в шоке. Давай, выше, еще выше встань. Давай, дергай. Не работает. Если рулон падает, то ты тоже проигрываешь. О-о-о. Не докатился! Чувак, он заканчивается! Его уже очень мало! По-другому, я не знаю, осторожно! Ты его сейчас! Он в обратную сторону косится! Чувак, давай, Окей, ребята, вы только посмотрите, сколько бумаги уже использовал Мирон! Сейчас у тебя осталось, я думаю, что последняя попытка! Как ты это сделал? Что за фигня? Окей, ты забираешь 512 долларов и переходишь к следующему заданию! Погнали! Держи ракетку! Ну что, будем играть в теннис? Именно! И если ты выиграешь в трех раундах, то я дам тебе 1024 доллара! Сколько? Ну, если ты проигрываешь, то видео сразу же заканчивается! Ну, хорошо! Окей, Мирон, ты подаешь! Играем до трех побед! Погнали! Погнали! Окей, тут эта подача жесткая! Я еле отбил! Два! Я попал! Забил! Ты кто такой, чел? What the fuck? Да-да-да, ну сейчас я соберусь, давай! 1-0! Let's go! Let's go! Окей, ребята, нужно собраться. Yes! Ты попался в себе! Нет, ну ты сначала себе об стол ударил. Это не считается. 1-1. Окей, Мирон, давай, подавай. Какая-то легкая подача. Yes, я забил. Там два раза коснулся тебя. Ребята, там реально два раза коснулся. Ух, ребята, нам осталось выиграть всего лишь один раз. Подача. Мы отбили. Блин, а! Nope. Я не попал. What the fuck? Окей, 2-2. Мирон, сейчас все решается. Подавай. Ребята, нужно постараться. Туда, туда. Да, я отбил как-то. What the fuck? What the fuck, я попал. Блин, а, я не успел, я промазал. Это бред. Давай, Окей, Мирон, ты получаешь 1024 доллара, и мы переходим к следующему заданию. Держи мяч. Опять? Если ты забьешь этот мяч в ворота, то я дам тебе уже 2048 долларов. В смысле? Стой! Стой, стой! Нет, 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 чувак, ты что, гонишь? Не в эти ворота, само собой в те ворота. Аж отсюда. Да ну это слишком сложно, я думаю, то, что я не попаду, я забираю все свои деньги. Давай так, если ты согласишься, то я дам тебе 2500 долларов. 2500? Да, это стоит риска, чувак. Ладно, ладно. Серьезно? Окей, ставь мяч, я готов? Давай, Мирон, у тебя всего лишь одна попытка. Это просто нереальнейшее расстояние. Я думаю, не получишь. Да нет, ну быть не может, ну чувак, ну нет. Давай! Окей, Мирон, 2500 долларов, и ты переходишь денег к бонусному уровню. Погнали к бонусу! Yes, бонусный уровень! Здесь целая 1000 долларов. Сейчас ты должен будешь выбрать одну из этих штучек. Она, стой! Она будет белая, либо черная. Если черная, ты не получаешь 100 долларов и выбираешь дальше. А если белая? Если белая, ты забираешь 100 долларов себе. Окей, выбирай, Мирон. Окей. Первая штучка. Эту черная! Минус 100 долларов. Давай дальше, Мирон. Выбирай одну. Выбирай, выбирай. Белая. Забирай. Ты выиграешь 100 долларов. Окей, Мирон. Теперь еще 800 долларов, чувак. Сейчас все решается. Давай, давай. Черная! Черная, чувак! Мирон опять проиграл. Кстати, Мирон, ты можешь на всякий случай переворачивать, чтобы видеть, что здесь было белое. Понял, Мирон? Окей, выбирай дальше, Мирон. Давай, давай, давай! Че там? Черная! И была белая. Еще 100 долларов. Что-то в бонусных уровнях тебе вообще не везет. Должна быть вот это. Черная! Ты че гонишь? Окей, еще 100 долларов. Мирона 100, у меня 400. Это как так вообще? Давай дальше. Черная! Ребята, здесь все было белое. Еще 100. Я в шоке. Ты что, гонишь?
белая, наконец-таки. И здесь была черная. Окей, Мирон, давай дальше, дальше, Мирон. Выбирай. Нормально, всего лишь $200. Блин, ты что, гонишь? Здесь была черная. Давай, Мирон, давай дальше, чувак. Окей. И черная. Минус. Здесь была белая. И последний, подожди. Yes! Блин, а, чувак, окей, yes! забирай. Да! И в итоге я выиграл, раз, два, я выиграл 600, я выиграл а ты 400. Ну, тебе не повезло, ведь в среднем ты должен был выиграть $500. Окей, Мирон, погнали к следующему заданию. Окей, Мирон, я пригласил профессионала. И сейчас, если ты сможешь потянуться больше раз, чем он, то ты получишь $5000. Сколько? Окей, ты начинаешь, ты подтягиваешься один раз, потом он один раз, потом ты два раза, он два раза. То есть это лесенка называется. Давай, Мирон, один раз подтягивайся, раз. Есть, окей, теперь профессионал, он изи делает. Окей, Мирон, теперь ты должен потянуться два раза. Если ты не можешь, ты проиграл. Окей, раз и... Ну давай, чувак, ты что, издеваешься? Два, окей, ты сделал. Теперь профессионал. Профик, раз. Смотри, он спокойно делает. Два. Вообще намного легче, чем ты, Мирон. Я в шоке, по-моему, ты сейчас проиграешь. Окей, Мирон, теперь три раза подтягивайся. Let's go. По-моему, профику просто он на чиле. Давай, Мирон, один. О. Два. О, по-моему, тебе стало легче, Мирон, ты чё? И три. Окей, ты сделал. Теперь профессионал. Профессионал, не подведи. Но я думаю, он спокойно сделает. Я ж не зря его подбирал. Раз, два, три. Ну, легко, просто... Мирон, ты сдаешься? Нет, я буду до конца. Окей, теперь четыре раза. Раз, два... Блин, три. По-моему, ты не сделаешь, ребята. Ну, если что, все чисто. Последний, последний, чувак. Еще один. Четыре должно быть. Четыре. Окей. Красавчик, Мирон. Окей, теперь профессионал. Ну, для него это будет легкотня. Окей, один, два, три. Мирон, эй, а ты что упал? Ты что, издеваешься? Мирон, ты что? Это тебе просто повезло, чувак. Окей, Мирон, ты получаешь $5000 и переходишь к следующему заданию. Если ты проедешь на этой машине 100 метров, то я дам тебе $10000. Что? Ну, я же не умею водить машину. Ну, выбирай, ты можешь выиграть $10000 или пойти домой. Ладно, ладно, я рискну. Окей, Мирон, держи ключи, садись в машину и давай, едь, чувак. Давай, Мирон, у тебя получится. Если он сможет доехать аж до Дудова, то он получает $10000. Но Лера, она не едет, она поломанная. Блин, ты дал мне поломанную машину, она не едет. Чувак, ты что, издеваешься? Ее для начала нужно завести. А как? Вон, на кнопку нажми, нажимай. Да, да, нажимай. Окей, ну, удачи, Мирон. Начинай ехать, тебе нужно проехать 100 метров. Ребята, он там пытается разобраться. О, поехал, поехал. Чувак, смотри вперед. Осторожно, чувак. Осторожно. Блин, он проехал уже 30 метров. Ребят, куда ты едешь, чувак? Помоги! Чувак, какой помоги? Чувак, стой! Выворачивай руль в другую сторону, в другую. Крути и теперь едь. Медленно, медленно, чувак, медленно. Стой, 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 стой. Окей, Мирон, выворачивай руль. Окей, едь, едь, потихоньку едь. Блин, осторожно, там дерево. Осторожно, чувак. Аккуратно, все. Все, Мирон, стой, стой. Стой! Окей, ты проехал 90 метров. Еще 10 метров, давай, давай. Еще 10 метров, $10000. Осторожно, осторожно, чувак. Осторожно. Еще, еще, еще. Все, тормози, тормози. Хорош, глуши, глуши, чувак. Мирон научился ездить. Я тебя поздравляю, Мирон. Это просто жесть. Иди сюда, иди сюда. Смотри, Мирон, здесь. Смотри, что ты оставил, какой след. Это просто бред. Он возле дерева еле развернулся. Я не знаю, может, ты поцарапал машину? Идем посмотрим. Если ты задел машину, блин, это просто пару тысяч баксов. Ребята, он поцарапал мне машину. Я в шоке. Но, Мирон, тебе никаких штрафов, потому что это челлендж. Все за мой счет. Окей, Мирон, ты получаешь $10000. Как тебе? Как ощущение просто от езды? Но это опасное дело. Так что только под присмотром профессионалов. Конечно. Окей, дождь начинается, чувак, быстрее садись в машину. Теперь я веду.